больницу. Что? В смысле, в больницу? Тогда мы оба в тюрягу отправим. Никаких больниц. Вот дерьмо. Очевидно же. Ты же понимаешь, что это ловушка? Уходите отсюда. Доус мой. Нет. Давай покончим с ним вместе. Слушай, его нужно пристроить куда-то. Нельзя медлить. Тогда вперед. Эй, мы не у бумера в городе. Ты знаешь подпольных докторов, а он нет. Ты что это задумал? Доус того не стоит. Теперь после всего, что мы сделали, пути назад нет. Доус выследит нас. Он не остановится. Кроме того, я особо опасный беглец, которого ищут в трех штатах. Что мне еще остается делать? Вернись в лодку. Хай. Он справится. Черт. Мы хорошо сработали, Ник. Жалко, по-крупному не получилось. В следующий раз получится. Да. В следующий раз. Вечно катастрофа, а, Мендоза? А другой дороги нет? На связь 2 раза чаще. Как насчет снаряжения? У нас есть приборы ночного видения. Кто где стоит? Да не совсем того! Оу, эй! Кстати. Я добрался до острова, капитан. Так сойдет? Сойдет. Как хорошо, что мы на одной частоте. Как ты, сынок? Расскажу, когда увидимся. Какой кретин додумался атаковать нас тут, интересно? Наверное, Доус не тем дорогу перешел. Так пусть наступают. Он нам для этого и платит. Тоже так думаю. Главное, стрельнуть первым, а там соберемся. Его сильно ранил в Лос-Анджелесе. Ох, Кенни! Задолжал мне полтоска! Эй, сколько времени там уже? Вы видите? Вот дерьмо! Что-то стряслось! Тут тихо! А? Стой, где стоишь! Эй, расслабься, чувак! Черта!
Эй, что это? Не опускать! Мы взяли его! Где он? Достаньте его, ну же! Пошли! Он ушел сюда! Он где-то здесь. Подними руки! Выше! Эй! Назад! Да как ты и не думал особо об этом, капитан? Нет, не думал. Thank you.
кого ждет дом? Кубинский флот, что ли? Не знаю, не знать надо. Похоже, вся его долбанная операция идет лесом. Ну, не знаю. Чеки его вроде обналичиваются еще. Не опускай! Кто этот чувак? Да я напомню, да ладно тебе, чувак! Его. Мы имеем дело... Вот черт! Окей, окей! Сюда! Поджарься! Должен быть здесь. Вот дерьмо, блин. Туда! Полиция! Не дергаться! Куда он исчез?
Не двигайся! Эй! Иди туда, дай вот! Сейчас! Где-то здесь! Мы взяли его! Там! Он ушел сюда! Ого! Эй! Сюда! Вот он! Вот дерьмо. Вот чёрт. Вот херня. Огонь! Черт, патронов нет! Вот дерьмо! Не двигайся! Адвокаты Доуза не смогут защитить его от меня. Ну да, типа того. Знаешь что, не дождусь встретиться с тобой снова. Что-то мне подсказывает, ты еще передумаешь.
известно! Он вообще того? Ладно, ладно. Погодь. Эй, давай-ка полеп! Какого...
Отвлекся! Ничего! Что это было? Какого хрена? Что-то стряслось! В чем дело? Откуда это? Стоять! Руки вверх! Это не что? Дергаться! Эй! Что это было? И что теперь? Здесь ничего! В чем дело? Показалось! Руки вверх! Вверх, сказал! Эй, расслабься, чувак! Он там! Да ладно, поздно уже. Не буду. Потрясающая техника, но это совсем ни к чему, детектив. Я безоружен. Очень сомневаюсь. Эй, эй! Подними руки, чтобы я их видел. Да брось, Ник. Что ты сделаешь? Арестуешь меня? Раньше бы так и сделал. Да. Я видел, как это было со Стоддардом. Да, а потом пролетел через всю страну, чтобы грабануть меня.
Возможно, ты самый жестокий подонок, с которым мне довелось иметь дело. Но я все равно не верю, что у тебя хватит духу застрелить безоружного. Если бы ты и правда хотел убить меня, то давно бы уже это сделал. Так что тебе надо, Ник? А что предложишь? Наконец-то. Ты стал задавать правильные вопросы, Ник. Что ты предлагаешь? Просто весь мир. Помоги мне провернуть операцию. Потом приди на смену, когда я уйду. Похоже, я выявил пару-тройку дырок в твоем бизнес-плане. И кто же заткнет их? Ник, ты пришел один. Интересно, почему? Моим друзьям надо быть в другом месте. Нет, ты прогнал их. Вот ты и самоопределился наконец-то. Ты больше бандит, чем коп. Знаешь, ты прав. Как твоя мама поживает, Ник? Скажи мне, Ник, удивился ли я, когда ты спустил курок? Возле моего стола шкаф с книгами. За ним проход. Открой его. Я подставил тебя, потому что не думал, что ты прагматик. Хорошие парни ими не бывают. Я пригласил тебя сюда, так как надеялся, что я был неправ, что тебя можно использовать снова. Видишь, какие взятки мне давали? Льготы, деньги. Нет. Ты будешь в шоке, если узнаешь, насколько быстро взаимодействуют копы, с которыми я работал. Я имею в виду шерифов и уполномоченных. И не потому, что они такие плохие. Проблема в рисках. Мои клиенты продают то, что нужно миллионам людей. Я лишь сокращал риски. Для копов, бандюков и для всех. И все смотрели сквозь пальцы. Кроме тебя. То, что я построил, нельзя разобрать. Столько всего тут завязано. Слишком много жизней и репутаций. Ну, поздравляю, детектив. Теперь это все твое. О, боже. И что ты будешь делать с этим?